можно животом дышать. Все слышали и видели дыхание маткой, животом. Мы дышим диафрагмой. Есть грудное дыхание, ключичное. Итак, вдох О. Обратили внимание, мои плечи не поднимаются. Так мы не делаем. Дышим в своем дыхательном ритме, как вам удобно. Да, я вдыхаю, выдыхаю нормально, потому что у меня легкие работают правильно, несмотря на то, что у меня было две пневмонии. Дыхание все равно хорошее, дыхалка хорошая. Даже по горам бегаю легко, несмотря на то, что люблю выпить. Вот в чем мой секрет. Йога. Представляете, как все просто? Очередное дыхание, зажимаем левую ноздрю, делаем вдох, интенсивный вдох правой, выдох левой. Дышим в своем дыхательном ритме. Очень классная практика для тех, кто модной болезнью переболел, была пневмония, бронхит, полезно для сердца, для мозга. Заставьте свои легкие работать, снабжать все органы кислородом. Меняем сторону. Дышим в своем дыхательном ритме. Вот и проверьте, как у вас дышит нос. Да это даже не только после ковида. Вообще я удивилась, когда увидела, за какие деньги продают дыхание. Причем дыхание на уровне, возьмите шарик и надувайте его. Это стоит 5000 рублей. Чё? Камон, вы серьезно? Уж если хотите, что и назвали, это же доктор продает, понимаете? А докторам принято верить. Этого доктора бы хоть немного научить дышать, хоть чуть-чуть. Вообще пранаяма, она занимает около часа. Мы с вами сейчас немножечко подышим, прям чуть-чуть. А хорошая пранаяма, прям проработать через дыхание, все органы будут по-другому работать. Идет омоложение, все обменные процессы ускоряются, лучше становится метаболизм. Почему и восстановление после болезни хорошее, энергия появляется, мозг работает хорошо. Дыхание, всего лишь дыхание. Вот так вот все просто. Двойной вдох, двойной выдох. Вдох, вдох, выдох, выдох. Диафрагмой дышим. Обратите внимание, я плечи не поднимаю. Вот так вот у меня грудь не прыгает. Только диафрагма работает. Меняем сторону. Дышим в своем дыхательном ритме. И вообще диафрагмальное дыхание, оно самое правильное. Собираем руки в мудру Ганеши, левую руку разворачиваем. У нас камера зеркалит, потому что я ее развернула на селфи. Вот моя левая рука. Левую руку первую прижимаем к себе, обхватили правой рукой пальчики. Крепко-крепко сжимаем пальцы, делаем вдох через нос. Здесь может быть головокружение, особенно на шестом дыхательном цикле. Не переживайте, не паникуйте, это нормально. Очень много кислорода, конечно. Это во-первых. Во-вторых, если вы чувствуете совсем дискомфорт, колени
вот так разогнули и отпустит головокружение. Собрали ручки, мудру, конечно, делаем вдох через нос, выдох через рот и тянем руки в стороны. Обалденная практика, особенно для сердечников. Бронхи, сердце, легкие. Приступаем, вдох. Меняем руки, вдох. Меняем, вдох. 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 Завершаем вдох. Дышим в своем дыхательном ритме, как вам удобно. Легкие вертолеты, это нормально. Сейчас пройдет. Еду в Новороссийск. В Мысхак, я так поняла, да? Погода сегодня потрясающая стоит. Я думаю, что у вас будет время прогуляться по Колдунгоре, но именно на самую вершину, чтобы выбраться, надо знать, где. То есть вы заходите... Блин, ну так я не знаю, как даже показать и объяснить. Вы на машине, поэтому проехать можно прям до точки, до локации, но я вам ее указать не могу. Надо знать, там дело в том, что вход прям через кусты, плотные кусты, даже не поймешь, что там вход есть. Сохраню эфир, да. Будете оставлять комментарии под этим эфиром, я его сохраню. Не будете, будет маленький актив, ну и нафиг оно мне надо. Кому надо, те смогут присоединиться к практике в марафоне. Марафон стартует 5 декабря, уже в это воскресенье. Каждый вечер вас ждет йога. Она будет усложняться. Поначалу будет такая простая, как я уже сохранила эфир, элементарные асаны, йога для новичков. И постепенно мы будем усложнять асаны, новые изучать, переходы делать сложные. Йога-растяжка будет, потому что ну, растяжка в любом случае нам нужна. И дыхание калабхати, сияние черепа переводится. Сейчас хорошо так прокачаем себя, всего лишь 15 дыхательных циклов сделаем. Дыхание только диафрагмой. Сокращаем диафрагму резко, дышим через нос. И так 15 дыхательных циклов. Делаем вдох, выдох, 15 дыхательных циклов. Затем делаем выдох и на выдохе держим дыхание. Обратите внимание, насколько вам хватит находиться без вдоха. Настолько много кислорода будет внутри, что вам минута-полторы вы просидите запросто. Но у нас столько времени нет, поэтому чуть-чуть с вами отдохнем. Никакой защиты, нет блокировки. Вдох. Медленный вдох, выдох, еще раз делаем вдох, выдох, вдох, намасте, выдох. Спасибо за практику, вам прекрасного дня, комменты будут, спасибо, тогда ставлю, да. Вот такая вот пранаяма. Сколько у нас тут времени на пранаяму ушло? 12 минут. 12 минут в день можно себе уделить на дыхание. Запустить свой организм по новой, перезапустить. Если еще добавить удияну, удияна наули, это волна животом, это вообще будет прям пушка. Что делает удияна? Она запускает весь организм по новой, ускоряет метаболизм. Каждый орган снабжает кровью, хорошо снабжает. То есть это идет омоложение изнутри. То есть если мы здесь можем сделать укольчики красоты, чтобы задница не обвисла, мы можем поприседать, заставить свои мышцы работать, скажем так, во вред гравитации, и тело более-менее будет в тонусе. Как заставить внутренние органы дольше служить нам? Почему у меня нет похмелья? Почему у меня не болит голова? Почему у меня...
почему я не болею? Вот у меня последняя болезнь была, это пневмония больше года назад. Помните, да, ковидная? Почему у меня здоровье? Да потому что у меня йога. Дыхание, удьяна наули, практика. Все. Моя волшебная таблетка. Давно призывал заниматься йогой. Давно. Не депрессия вам. Когда депрессовать? Села ты в лотос, Господи. Свое пространство зарядило нужной энергией. Как надо вам. Пространство – это место, где вы практикуете. Это может быть спальня. Обожаю в спальне, потому что я здесь сплю. У меня тут своя особая энергия. Мне нравится, что здесь хочется отдыхать, хочется спать. Ничего страшного, я сейчас запись делаю. Мне надо после операции запись сделать. Надо вам после операции. И перед операцией надо расслабиться. Дыхание на время. Если у вас начинается паническая атака, страх, вдруг ни с того ни с сего, мандражирование, внутреннее состояние такое нестабильное. Дыхание на время. Делайте вдох, выдох. Потом на 2 секунды, потом на 3 секунды делаем вдох, держим дыхание 3 секунды, делаем выдох на 3 секунды. Делаем вдох на 4 секунды, держим дыхание 4 секунды, выдох 4 секунды. И так до 10 секунд. Давайте попробуем на 10 сразу. Закройте глаза. Почему закройте? Потому что на визуализацию уходит очень много энергии. То есть то, что мы смотрим, воспринимаем картинку, наш мозг работает, уходит много энергии. Закройте глаза, ничего, что много лишнего веса. Закройте глаза, доброе утро. Представьте какую-нибудь шкалу дыхания, нарисуйте для себя, просто ее визуализируйте, но с закрытыми глазами. И поднимайте дыхание снизу вверх, потом держим дыхание наверху вот здесь 10 секунд и делаем выдох 10 секунд. Проверьте свое дыхание. Вдох. Я считаю, вы делаете. Я могу и дольше, чем 10 секунд. У меня дыхание очень хорошее. Делаем вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Держим дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, выдох, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дышим в своем дыхательном ритме. Проверили дыхание? Смогли до конца? И удержать 10 секунд, и выдох 10 секунд. Управлять дыханием смогли. Представляете, это всего лишь дышим. Мы делаем это постоянно. Дышим. Вот если было сложно, я тоже вас рада видеть. Девчонки, насчет йоги можно присоединиться. Это на другой номер надо написать. У вас будет пожизненный вход на мой йога-курс. Там около 50 практик и 2-3 тренировки. Но еще практики буду добавлять. Это телефон для марафона. Смогла, умница. Конечно, прикольно, да. Это дыхание позволяет расслабиться, успокоиться, собраться. То есть даже в маршрутке, если вы едете, у вас там начинается паническая атака или переживание, мандраж, экзамен, и на работу едете, или еще что-то. Ну вот внутреннее состояние вот такого. Вспомнили дыхание на время. Это то дыхание, которое не видно. То есть вы можете спокойно дышать через нос и считать. Пока едете. Дергается левый глаз, нервный тик, нервишки пошаливают. Вы себя глушите, а тело выдает. Тело у нас намного умнее, чем мозг. Мозг работает всего лишь на несколько процентов. 6% из 100. Представляете, какие мы тупые. Прям. Я в том числе, я не исключение. А тело умное. Оно нам часто показывает, рассказывает. Мы просто догнать не можем, о чем оно говорит. В большом весе, конечно, сможете. Девочки, так надо начинать с йоги. Большой вес, запрет на физ-нагрузки. Болит спина, суставы, сердечники. Йога, есть йога для беременных. Там вообще лайтовая практика. Еще проще, чем это.
Покажи пяточки. Ох, вы мои золотые, пришли, любители ножек. Покажи пяточки. У меня красивые пяточки всегда, ухоженные ножки. При простуде можно и нужно. Даже при температуре, это йога, которую мы сегодня с вами. Дыхание можно вообще в любом состоянии. Помираете, сели в лотос и дышим. Все, помирайте красиво. Вот, насчет практики, которую я вам сохранила в записи, я ее скоро удалю, когда начнется марафон. В марафон приходите, будем с вами ежить. Вот, марафон стартует 5 декабря, вот здесь телефон написан. Почему так поправилась сильно? Оксана Игнатова, ну в смысле я поправилась сильно. Вот если я сейчас отойду от камеры, вот так, да, например, я буду другой. Если я переверну камеру, ну сделаю ее не селфи, дам вам маленький такой урок фотографа. Линза, она сферическая, она немножко выгнутая, вот так, вот, она вот так выглядит линза, вот, вот линза камеры. Она что делает? Шире, когда вы переворачиваете камеру на себя, селфи, она делает вас немножечко шире, особенно если вы приближаетесь, вы плыть начинаете. Поднимаетесь вверх, плывете, вниз уходите, вот здесь плывете и по этим краям. То есть надо четко всегда посередине находиться. И когда вы делаете фото вместе, обратите внимание, те, кто в центре, они получаются. Те, кто по сторонам, они плывут. Не потому, что они жирные стали за секунду, а из-за того, что камера искажает очень сильно. Это как кривое зеркало. Все. Вот поэтому вы не переживайте за меня. Да, я жирная корова, 200 килограмм вешу. Главное, чтобы вам было хорошо, вот свою самооценку поднимите, потешьте себя. Вот. Ну, по крайней мере, будете этот секрет знать. Если вы сфотографируетесь вместе, компанией, вставайте по центру. Или хотя бы телефон переворачивайте по горизонту, потому что у вас больше шансов, что вы хотя бы все более-менее выйдете. Да, после операции на позвоночник прошел год, конечно, можно. Марья Васильевна, торт печь на воскресенье. Ну, как пожелаете, вполне возможно. Хотя мы будем с вами у Алтын, там есть диетические десерты, такие низкокалорийные. Да нет, я вчера была, например, не тактичная, не выдержанная. Я когда в йоге, я всегда такая тактичная, выдержанная. Не, ну правда, я вам... Как блогеры, гляньте, как на рекламе зарабатывают. Вот так платят деньги за рекламу, зарабатывают. Но для этого вы должны сначала свой аккаунт раскачать. Вас должны за что-то полюбить. И надо быть готовым к тому, что вас не только будут любить, вас еще и будут ненавидеть. Вам будут вот так приходить, как вы, да? А что вы так разжирели? Вот, то есть это должно как-то, да, по-хорошему вашу самооценку там дернуть в какую-то сторону. А мне, например, вообще пофиг. Но я уже привыкла к таким выпадам. Шокаешь, гакаешь, пишешь с ошибками, что-то ты жирная, ой, что-то ты постарела. Ну и пошло-поехало, там целый список. Правильно детей воспитываешь, неправильно, пристегнула ремень, не пристегнула. Ой, я сейчас поеду корник волос красить. Ой, что-то ты растрепанная, как девушка написала. Марина, это вы сами пытались сделать укладку. Я показала на улице, то есть такое ощущение, как будто женщина не выходит на улицу, и не бывает такого, что дождь на улице, ветер, она всегда идеально идет. Вот когда была лысая, у меня всегда, да, укладка была офигенная. Вот, кстати, волосы тоже, когда вот так вот на лице, они добавляют объем. Когда убираешь, личико становится открытое, и уже совершенно другая картинка. Вот, то есть, видели Марину Димовичку? Ну, в жизни я другая, да, я согласна. Камера, она сильно увеличивает, особенно селфи-камера. Я уже объяснила, почему, потому что вот камера так работает. И она очень идеальная. То есть вы можете реально запаниковать, насколько что-то я сегодня так хреново выгляжу, потому что камера, она утрирует сильно. Она не настолько идеальна, как наш глаз. Она там, где темное, сделает черным, там, где светлое, сделает белым, пересветит. Не видит полутона оттенки камера. Она, да, фотографирует, но наш глаз, он идеальный. Он совершенный для восприятия картинки. Камера – это подобие глаза, но до глаза далеко. Это, ну, я просто фотограф, я вам объясняю, как это работает. Поэтому в камерах есть настройки. Там баланс белого,
выдержки разные. Вот, это надо учиться. Да спасибо вам, закомплиментили меня, спасибо. Вот, ну, просто такие вот фишечки вам рассказываю, которые будут интересны. И почему девчонки фотографируют, есть целая папка, да, фотографий, где, господи, гоблин. Но я настолько к этому привыкла, я всегда говорю, да мне пофиг, как я получусь, я себя люблю разную. Когда мы собираемся куда-то на мероприятие, приезжаю, Мариночка, посмотрите, вы получились. Говорю, да мне все равно, получилось я или не получилось. Я уже привыкла себя видеть разную. Кривую, косую, жующую, одевающую, что-то говорящее. Таких фотографий, знаете, сколько у меня? На-на-на-на-на. И вот меня вот в этот момент обязательно надо запечатлеть. Зачем? Поначалу, да, думаю, блин, давайте переделаем. А сейчас уже столько фоток, уже по барабану. Мне можно целую папку уже сделать такую, знаете, в Инстаграм. Самые жуткие фотографии Вовченко. Спасибо. Вот, в общем, на этой прекрасной ноте с вами попрощаюсь. Я сейчас прыгну в машину, поеду на покраску, буду приводить себя в порядок. Вот, потом поеду на мейк в гримерку, а вечером встречаюсь с девчонками, мальчишками в Хилтоне на очень интересном мероприятии. Будем общаться на тему измен. Пятница все-таки, да, вечер. Хороший левак укрепляет брак, так ли это? Спасибо. Не, я чуть-чуть набрала, но во мне сейчас очень мало лишнего веса. Я прям хорошо недельку на диете сидела. Без винишка, без бухлишка, на низком колораже. Да, у Верочки завтра день рождения. Сегодня у меня мероприятие, завтра день рождения, а в воскресенье йога Олтын. Я вас люблю, целую, и в машине еще увидимся. От меня убежал муж с вещами к маме. Да, слава Богу, перекреститесь. Пусть это чудо она себе заберет. Ну, правильно? Ваш мужчина, вот именно ваш, который ваш мужчина, он не убежит. Он будет с вами, он будет любить вас, будет вас принимать такой, какая вы есть. Пусть мандует к маме. Все, по поводу марафона. Стартует он 5 декабря, пройдет 21 день. Гляньте тоже руки. Крупнее жирной колбасы. Понимаете, да? Ну, пример, как камера, что делает, творит. Жду вас 5 декабря в марафоне. 21 день будем с вами практиковать. По утрам с Риткой просыпаться будете с криком «Я в твою мать!» Будете тренироваться. Вечером я вас, девочки-солнышки, дышим, успокоились. Вот, любим себя. И 3 раза в неделю у вас еще будет тверк из трипластика с Элечкой. Все это стоит 1000 рублей. Пишите в WhatsApp одно слово «Участвую». И я вам расскажу, как оплатить и стать участником марафона. 3 победителя, 3 лучших результата получают по 100 тысяч рублей. Пока. Из машины я еще выйду в эфир, буду там материться, ругаться, что-нибудь рассказывать. Я люблю в машине поматериться, особенно на водителей, которые вокруг. Но это через минут 10.